идея прям в голове возродилась только что. Смотрите, что мы делаем, друзья. Мы скидываем флаг и при этом подбираем его. И сможем ли себе восстановить припасы. Проверяем. Да! То есть с этим дроном вы можете скидывать флаг, подбирать его и использовать халявную аптечку и все припасы, которые у вас есть, скажем так, за счет вашего дрона. Это безумно. Это просто безумный дрон, друзья. Ладно. Доиграем, доставляем флажочек, потому что ребята там уже беспокоятся, возможно. Все же не нарушаем правила игры и завершаем максимально быстро. 810 очков, друзья. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И сегодня вместе с вами разберемся с одним замечательным дроном, на котором, наверное, я буквально 1-2 раза сыграл, но, возможно, с этой комбинацией и моей задумкой он, возможно, будет неплох. Но сегодня как раз в этом направлении будем двигаться. Называется дрон Sprinter, который позволяет, как написано в описании, при захвате точек, при доставке флагов, либо подборе, раздавать вам припасы, аптеку, ускорение, ДД и защиту. Данный дрон у меня прокачан, в целом у меня все дроны прокачаны, поэтому мы при полной прокачке будем данный дрон тестировать. Если не ошибаюсь, данный дрон стоит около 100 тысяч кристалликов, наверное, чуть дешевле. Открывается, как я помню, с майорчика. Это для тех ребят, которые, возможно, не имеют большие ранги и интересуются, сколько же он стоит и сколько, возможно, прокачать его стоит. Но прокачка дронов всех стоит ровно 3 миллиона, друзья. Это ускорение, точнее, прокачка 1 миллион и ускорение 2 миллиона. Это без скидок. Со скидками, конечно, либо с тем эффективным способом, который я всегда рекомендую. Это один шаг поставили, дождались 3 дня, еще один шаг поставили, дождались несколько дней и так далее. И в течение полугода, возможно, вы прокачаете дрон. Тем более, у нас есть скидки на некоторых, некоторые шаги можно ставить даже со скидками. По поводу той механики, какой мы будем придерживаться. Я взял диктатора, поскольку диктатор тоже дает нам припасы. Я взял изитку с вампиризмом, которая, по идее, нас должна спасать. Давайте сейчас проверим, как нам дадут припасы. Оп! Фулл нарко, друзья. Мы захватили точку. КД, кстати, 20 секунд. То есть, каждые 20 секунд мы лишь можем себе позволить захватывать точку и раздавать себе припасики. Плюс есть овердрайв, плюс есть изита с вампиризмом, который позволяет нам долго жить. Будет мало хп, мы, конечно, не имеем дополнительный буст в плане урона, не имеем дополнительный буст в плане защиты, но имеем хорошее количество припасов, которое нам раздается. И вроде бы при активации припасов, при захвате точки, допустим, либо захвате, доставке флага, то нам, у нас тратится вроде бы одно ускорение. То есть каждое действие на карте, которое нам дают, позволяет давать припасики, ровно одну нитру нас забирает. Не критично, на самом деле, одна нитра не столь много, тем более, я думаю, что у многих ребят припасов как раз по нитре довольно хорошее количество. Кстати, напишите, каких припасов у вас в игре самое большее, то есть, допустим, мин, аптека, хотя аптека сомневаюсь, наверное, минах все же, и там дальше может быть ускорение, хотя ускорение тоже многие частенько используют именно при респе. Ладненько. Нам, чтобы активировать дрон, нужно хотя бы захватить точку, поскольку при активной игре и захвате точек мы можем эффективно использовать данный дрон. В каких форматах, возможно, интересует вас самое эффективное использование будет дрона? Я думаю, что контроль точек, поскольку контролировать точки можно в большом количестве, да, если карта большая, тем более там 5, 6, 7 точек вы сможете захватывать каждые 20 секунд, тем самым себе раздавать припасики. А в захвате флага, ну, как бы тоже неплохо, да, при подборе, допустим, флага. Да, можете, но сколько вы раз за биту подберете флажочек? Сколько раз вы доедете до вражеской базы? Но не столь много, как в захвате точек. В том же режиме осада тоже, да. А вы подеете к точке, но захватите сколько раз? Наверное, не столь много тоже. Так, овердрайв юзаем. Хоть точку мы не захватили, по идее, я вроде бы не спел к этому моменту. И есть овердрайв, который тоже раздает припасики, которые дают дополнительные очки при этом действии. И мы можем фармить, фермить. Я изитку с вампиризмом взял, потому что, ну, есть возможность, почему бы и нет. И тем более, с этим вооружением, мне кажется, максимально эффективно. Мы максимум даем себе возможность жить долго на точке. И тем самым даем возможность реализовать дрон при захвате как раз той самой точки. Так, нам главное не забывать, что мы должны ездить по точкам. Поскольку если точка захвачена, то она никаким образом нам не дает припасы. Значит, мы не столь уже эффективно начинаем играть. По поводу того, что есть ли дополнительные бусты, ну я хоть и ранее сказал, что нету ни брони дополнительно, ни защиты,
как обычный дрон, допустим, тот же Брут, да, который не дает дополнительные бонусы, конечно, он возвращает припасы в ваше в исходное положение, как и все остальные дроны, да, после обновления. Но как защитника и бустера нету, к сожалению, механики. Так, у нас точку одну отжали. Мы, кстати, попробуем, наверное, захватить хотя бы. Дождемся момента, когда... Я понял, хорошо, кстати. Там и Мамонт включил бомбочку Васпа, и Хантера обезвредили. Неплохо. Сейчас по ней должны захватывать, наверное, по крайней мере стараться. И нам должны дать припасики, наверное, пока что овердрайв юзать не будем. Смотрите, захватим точку. А мне не дали. А, у меня, наверное, КД было, что ли? Я, кстати, не обратил, друзья, внимания. Может быть, и КД было. Странновато. Так рассчитывал на расходники, что не использовал даже овердрайв. Хотя нужно не забывать, что 20 секунд КД все же присутствует у этого дрона. Этот, кстати, дрон подойдет тем ребятам, у которых, возможно, небольшие запасы припасов, да? Вы не столь активно можете нарить, пользоваться на легендах, возможно. Ну, вот не имеете большого количества кристалликов, чтобы покупать припасики. Как раз при захвате точки союзниками вы можете получать припасики. 20 секунд себя чувствовать уверенно, потому что припасы у вас все активированы. Тем более, сразу же 3 расходника активируются. Да, не по очереди, а сразу как на дроне Гиперион, возможно. Вы сразу 3 расходника получаете, и тем самым становитесь эффективнее в самом бою. При этом тратите лишь одну нитру, да. Для какого-то игрока без доната, наверное, дрон подойдет. Вроде бы без прокачки дрон дает лишь 10 секунд к припасам, да, то есть 10 секунд действия припасов. При полной прокачке вроде бы аж 20. Но даже без прокачки, наверное, дрон себя будет показывать очень даже хорошо. А, я думаю, что сегодня, наверное, лишь в этом формате сыграем. Можно, конечно, захватить флага попробовать, но я считаю, что, наверное, все вот будет прям максимально эффективно в этом формате проходить. Ну, хотя можем поэкспериментировать, проверить, да. Может быть, как раз и попробуем, раз у нас есть время. Вы любители, ребята, которые смотрите ролики, посмотреть в нескольких форматах, возможно, довольно продолжительный ролик. Вы, кстати, не забывайте, друзья, писать в комментариях, нравятся ли вам продолжительные ролики, да? Либо же вы хотели видеть компактные ролики, в которых быстренько все по всем параметрам прошлись, быстренько сыграли бой и на этом завершили. Поэтому не забывайте, мне интересно тоже ваше мнение услышать. Я думаю, что сегодня все же сыграем в захвате флага и наглядно тоже проверим. Я лишь предполагаю, возможно, я не прав, поэтому мы как раз и заодно разберемся. Реально ли так, или же, может быть, все наоборот как раз. И, может быть, даже вооружение поменяем, не знаю. Сыграем, поменяем, не поменяем, ребятам привет хоть передадим, не знаю. Сами не здороваются, возможно, конечно, бан. Наташа в этот раз с нами играет, потому что в прошлом бою... Не бою, а в видеоролике была не Наташа, хотя я предполагаю, что вот человечек с Наташкой играет, точнее никнейм имеет. Так, давайте захватим точку, пока что овердрайв не реализован, потому что сейчас нам дадут припасы, по крайней мере ТД, который у нас сейчас в данный момент нет, я аптечку даю. То есть реально довольно экономный дрон получается. Нитра не столь дорогой припас в нашей игре, тем более точки если захватываете довольно часто, каждые 20 секунд, то есть 3 раза за минуту, в принципе, вы можете себе позволить раздать припасы. Так, овердрайв, блин. Я, если честно, хотел себе его подобрать, активировать на парне, ну ладненько. Хотя бы нам раздали, мы, кстати, ну, честно, на диктаторе вроде бы мы как бы себе припасы постоянно раздаем, но я даже не успеваю реализовать овердрайв, потому что каждый захват точки нам дают припасы, и припасы, по идее, как бы, ну, практически не заканчиваются, если заканчиваются, то в очень редких случаях. И при этом сам овердрайв диктатора становится не столь эффективный. И мы иногда в каких-то моментах реализовываем его, лишь бы реализовать, да. Конечно, крит урон даем союзникам, восстанавливаем припасы, аптеки даем, все остальное, да. Но для вас, если в принципе для экономии, конечно, диктатор хорош, да. Если вы припасами своими не столь активно пользуетесь. Диктатор драйв раздали, себе припасы дали, использовали дроны. И в итоге вы там полный бой, за полный матч реализовали, там, я не знаю, потратили свои лишь там 7 ускорение, либо чуть больше, но при этом остальных припасов не потратили. Я хотел, если честно, пойти в захват флага. Наверное, случайно продолжить нажал, но, наверное, сейчас перепикнем, сыграем быстренько в другом формате и покажем, и разберемся в целом, как в других форматах этот дрон может работать, скажем так, эффективно, либо неэффективно. Потому что я считаю, наверное, все же пока что лишь единственный формат, которым реально он хорошо может себе показывать. Проблема против нас, это наш, кстати, для кого неизвестно, соклановец, точнее мой. Мы с этим парнем вместе играем. Итак, полетели за флажком. Там, кстати, при подборе вроде флага припасы раздаются. Вот при доставке я, если честно, не уверен. Но будем вместе с вами тоже в этом плане
пояснять. А я флаг не подобрал. А, залагало. Припасики все же отдали. Выдали нам за счет нашего дрона. И, по идее, пока что возим. Кстати, без бустера изитка, конечно, с вампиризом не столь быстро лечит. И иногда такие моменты возникают, что, блин, вроде бы изита с вампиризом, а практически нас и не лечит. Так, твинтик, дружище. Давай мы тебя попробуем разобрать. Или отличненько. И первая доставочка, наверное, должна быть столь неплохой эффективно. И овердрайв заодно мы можем дать нашим парням. Хотя бы двоим раздали. Дополнительные припасы, которые мы по факту не тратим за счет нашей доставки, за счет нашего дрона, мы дальше можем передвигаться. Как по мне, довольно даже эффективный дрон получается. Если, конечно, имеете хорошие прокачанные вооружение, да, которое позволяет вам доезжать до противника базы и захватывать, подхватывать флаг, то очень даже неплохо. Так, давайте постракуем нашего молота. Я, конечно, лечить не могу. А, это у него, наверное, спасатель был. Думал, что я крит урон дал на изитке с вампиризмом и практически его спас. Но нет. Надеюсь, что он быстро доставит, поскольку мне нужно подобрать флаг для того, чтобы восстановить себе здоровье и в целом припасики. Поэтому мы подбираем, друзья, смотрите. Подбираем, оп! Полнарка, аптечка, конечно, которую немножко сбили, но ничего, мы живем. И по итогу получается реально очень эффективно. Очень даже, и благо противник не столь серьезный, мы его вражескую базу захватили. Ввозим флажки один за другим, и таких, конечно, битвах, которых дают вам возможность подхватывать флаги без проблем. Очень, еще раз, очень получается круто. Так, диктатор раздаем, опять припасы свои не тратим, опять раздаем, и... Очень круто, блин, друзья, у меня даже слов нет. Я думал, что этот дрон не столь хорош будет. По факту получается, что реально очень-очень хорош. Хорош, еще раз хорош. Так, Арес хороший, реализовал. Мы сейчас, кстати, подъедем опять к вражеской базе. И, по идее, опять припасы получим, потому что КД прошло. 20 секунд, в принципе, для захвата флага даже очень быстро перезаряжается. В контроль точек, конечно, когда точек много, вы, может быть, в некоторых моментах не будете успевать от КДшить свой дрон, чтобы реализовать вашу полноценную механику. Проблема все же пытается нас как-то выиграть, возможно, хотя не знаю. Команда у него как бы не самая плохая, но при этом чего-то прям не дается, возможно, нам просто не мешает. 99%. Опять реализуем овердрайв, опять диктатору нашему, который старается минировать, и мы опять идем в атаку, и при этом еще, друзья, ни разу не погибли. Ни разу не погибли на дроне. Очень круто. И получается, что изитка с вампиризмом, конечно, нам в этом сопутствует, помогает и максимально дает нам возможность как можно дольше жить и реализовать этот дрон. И мы, кстати, опять раздали себе припасы. Опять дрон ушел на КД, и опять можем круто вести флаг без проблем. И если овердрайва викинга не будет, а у него нету, может быть, даже сегодня доставим. Но, к сожалению, там бустер, хотя мы можем доехать до аптечки. Осилить шикарно. Переиграли бустера, прожали дашечку, живем. Громик, друзья. Посторонись, не мешай, постракуй. Мы, кстати, давайте... А, ну, наверное, скидывать не буду, потому что овердрайв мне все же, который я могу реализовать в будущем. Опять диктатор раздаем по кругу. Просто круг за кругом даем нашим союзникам овердрайв, по крайней мере, нашему деферу, который реально в этом, наверное, в каких-то моментах нуждается. К сожалению, центральный овердрайв не подобрали, но будем сейчас стараться аккуратненько опять подбираться к вражеской базе и, возможно, солим викинга. Кстати, при уничтожении, получается, припасы все же не дают, да? Только при захвате и подборе флага, при доставке тоже, к сожалению, не дают. И Жига с овердрайвом, который, по идее, сейчас может нас уничтожить, нам дали аптечку халявную. А я выживу или нет? Обидненько. Хотел ни разу не погибнуть. 600 очков, друзья. Уже 600 очков. Да, конечно, можно изитку с вампиризмом использовать с адреналином. Может быть, не столь долго будете жить. Но если вампиризм, друзья, у вас есть, если у вас есть эта комбинация... то попробуйте сыграть. Возможно, конечно, против серьезных парней, которые играют на защитнике, это будет не так эффективно, но для тех ребят, которые, возможно, прокачивают свой аккаунт, который, ну, конечно, вампиризм вряд ли они имеют, и экономят свои припасы, очень толковая вещь. Прям безумно толковая, которая реально и припасы экономит, дает вам возможность эффективно использовать. И это я, наверное, бы назвал после дрона Брут очень эффективным дроном, максимально эффективным, потому что, да, тратите батарейки, да, батареечки все дроны практически тратят против, после дрона Брут, но при этом припасов и эффективность, то есть припасов мало вы тратите, при этом эффективность получаете прям нереальнейшую, прям безумнейшую, если, конечно, вам дают возможность этим дроном пользоваться. Так, наверное, пойдем атаку, если нас рикошет пропустит, а у нас не пропустит, потому что хочет побеждать. Нам хотя бы один флаг увести, и будет вообще наверняка и уверенно, и красиво. Так,
полетели, пока нас снимите. Нитру прожимаем, Дашка сейчас буквально через 5 секунд появится. И по идее мы должны хотя бы добраться до вражеской базы. А потом нам припасы дадут, ДДшку дадут, аптечку восстановят. И все шикарно у нас будет. Да, подбираем, аптечка полная, здоровье полное, шикарненько. Улетаем, при этом один лишь расходник в виде ускорения мы тратим при каждом использовании этого дрона. Это не столь много, поэтому не критично получается. Вертолет юзаем, чтобы нашего противника хотя бы переиграть, потому что союзников рядом нет, которые могут помочь. Хотя мы, может быть, диктатору сдались, благодаря этому, конечно, диктатор еще сумел купол поставить. Так, ну если на возврате никого не будет из наших ребят, то придется самому возвращать и скидывать нашему диктатору, возможно. Пока у меня припасов толком нету, поэтому мы пока, наверное, не торопимся. А, кстати, знаете, какой у меня есть появился неплохая идея, друзья. Сейчас мы рикошета сойдем, и я вот прям, идея прям в голове возродилась только что. Смотрите, что мы делаем, друзья. Мы скидываем флаг и при этом подбираем его. И сможем ли себе восстановить припасы. Проверяем. Да, то есть с этим дроном вы можете скидывать флаг, подбирать его и использовать халявную аптечку и все припасы, которые у вас есть, скажем так, за счет вашего дрона. Это безумно. Это просто безумный дрон, друзья. Ладно. Доиграем, доставляем флажочек, потому что ребята там уже беспокоятся, возможно. Все же не нарушаем правила игры и завершаем максимально быстро. 810 очков, друзья. На диктаторе дяди. Да, вампиризм, конечно, сопутствует всему этому, друзья. Но у кого есть вампиризм, у тех ребят, у которых, возможно, еще аккаунт не прокачан, но это что-то прям безумное. Реально уровни какого-нибудь дрона-бустера, либо еще чего-нибудь очень жестко. Прям безумно. Я когда спланировал тестировать дрон, думал, ну ладно, там точки по захватам, да, припасики в захвате флага, наверное, не столь эффективно. Но точно не зря мы зашли в этот формат и точно не зря протестировали. Я прям остался максимально доволен этим устройством и безумно рад, друзья. Я вам точно советую устройство, поскольку припасов практически не тратит, лишь одно ускорение ваше при активации. И оно не столь дорогое, как, допустим, тот же дрон может спасать или тратить ваши аптеки, тем более в количестве 3 штуки, которые стоят не 50 кристаллов, а 150, и в итоге безумно цифры уходят. Этот дрон, конечно, очень экономный. Может быть, сегодня уже не раз повторялся, но я вам советую попробовать. Без прокачки, конечно, дрон не столь дает много возможностей в плане реализации его эффективной, но хотя бы те же 10 секунд, которые он позволяет добавить бонус к припасам и в целом восстановить вроде бы ваше здоровье также при полностью прокачанном вооружении, то очень хорош. Друзья, напишите, что вы думаете об этом дроне в комментариях. Я считаю, что дрон в плане экономности и в плане эффективности, ну, наверное, реально в топе находится, да? Если убрать те дроны, которые защитники, бустеры, кризисы, и вспомнить те дроны, которые могут быть экономными, да? Наподобие там драйвера, всего остального, диверсанта, хотя диверсант тоже минки тратить ваши. То есть и в ряду этих дронов, конечно, он, наверное, находится в лидерах, а может быть и на первом месте. Вы напишите, какой дрон еще может настолько быть эффективным в наших реалиях, друзья. Если вам подобный видеоролик понравился, не забывайте поддерживать его лайком, не забывайте подписываться на канал, не забывайте прожимать колокольчик, ну и не забывайте вставлять ваши комментарии по поводу всего этого движения. С вами был Immortal Hero, всем пока! До скорых встреч!